Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео я покажу, как увеличить срок эксплуатации аккумуляторной батареи. Также покажу, как узнать реальную ее емкость и поделюсь с вами лайфхаками, которые позволяют увеличить срок эксплуатации. Собственно, давайте начнем. Итак, первое, что необходимо вам будет сделать, это скачать программку Eco Battery. Ее вы можете скачать в Play Market, либо по ссылке в описании под этим видео. Скачиваете и запускаете. И первое окошко, которое у вас будет, там написано, что нужно откалибровать батарею. Нажимаете «Подтвердить», батарея калибруется, и далее появляется вот такое вот окошечко, в котором показывается уровень зарядки, насколько его хватит. Также покажет силу тока, температуру и напряжение. И дальше то, что нам, собственно, уже и не нужно. Здесь нам необходимо зайти в емкость. Здесь в данной строке мы видим состояние аккумулятора. У меня он составляет порядка 84% от номинальной. То есть, если это переводить в миллиампер-часы, то от настоящей емкости, заявленной изначально из завода, телефон уже потерял порядка 800 мАч, около 16% от номинальной емкости. Итак, чтобы узнать реальную емкость вашего аккумулятора, вам нужно будет разрядить телефон ниже 15% и зарядить до максимального 100%, пока данная программка не напишет, что аккумулятор заряжен. И потом вы снова заходите в данную программку и видите у себя уже реальную емкость аккумулятора. Таким образом, вы определяете реальную емкость вашей аккумуляторной батареи. Следующий момент, чтобы правильно заряжать и знать, до скольки можно разряжать телефон, я предлагаю скачать программку, которая называется «Напоминание о зарядке». Скачать вы можете также в описании под видео, либо же в Play Market. Итак, с помощью данной программки я устанавливаю уведомление, при котором нужно уже начать заряжать телефон, либо снимать его с зарядки. По статистике, изученной мной, в среднем телефон желательно заряжать до 80% и разряжать не ниже 20%. Итак, как же вовремя ставить на зарядку и снимать, я сейчас вам покажу. Итак, заходим в настройки, далее заходим в настройки уведомлений, и здесь выбираем либо звук, либо вибрация, либо звук и вибрация, который будет нам говорить о том, что телефон уже заряжен, то есть что его можно уже будет снимать. Но при этом нужно выставить уровень зарядки, при котором будет приходить это уведомление. Я устанавливаю на 80. Далее вы можете, чтобы сигнал повторно появлялся, когда он приходит к этому уровню заряда, здесь просто ставите галочку. Далее устанавливаем уведомление о том, что телефон пора ставить на зарядку. Опускаемся вниз и видим вот вкладку «Низкий заряд батареи». Нажимаем на нее и здесь выбираем «Индивидуально». Уведомление будет приходить, когда уже будет 20%. Вы можете выбрать либо голосовое уведомление, как смс, либо рингтон. Рингтон вы можете выбрать свой лично, который хотите, чтобы ассоциировался только с аккумуляторной батареей. Далее нажимаем назад. Здесь мы можем выставить со скольки до скольки не беспокоить о разрядке. Здесь можно выставить громкость наших уведомлений. Пускай будет 81%. Далее нужно, чтобы данная программа всегда работала, и чтобы это сделать, нажимаем на вот эту вот вкладочку, и здесь нажимаем «Нет ограничений». Все, данная программа будет всегда работать в фоне, жрет она не очень много, поэтому в принципе пускай остается. А если хотите отключить, то переходите на контроль фоновой активности и нажимаете «Умный режим».
Собственно, друзья, вот такими лайфхаками я лично сам пользуюсь, которые увеличивают срок эксплуатации моей батареи. А у меня на этом все. Если данный ролик был для вас полезен, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. И до новых видео. Пока-пока!